Событие, которое подарило много знакомств и опыта, но прежде замотивировало к изменениям в жизни и карьере. Так Илона Мандрик отзывается о конкурсе мисс департамента охраны. С момента участия прошло 3 месяца, но эмоции, впечатления, а главное вдохновение не потеряли окрас. Все так же ярко внутри проживаются все этапы состязания красоты и профмастерства. Начиная от подготовки, а она была напряженной, и заканчивая финальным концертом, когда нужно было и умом блеснуть, и талантами поразить, и 2 дефиле жюри покорить. Глубокий след в душе милиционера роты милиции Новополоцкого отдела департамента охраны прежде оставил этап огневой стрельбы. Больше всего запомнился, конечно, этап конкурса – это стрельба, потому что я заняла 1-е место в этом этапе. Это не может не радовать. То есть это 1-е место я выиграла сама, никто не выбирал. То есть это только заслуженно за мой результат. Вот. Очень горжусь собой. Также, я думаю, отдел мной гордится, да, потому что это действительно достойно, и это не только конкурс красоты, это в первую очередь конкурс мисс департамента охраны, и как милиционер я показала себя достойно, заняв 1-е место по стрельбе. Выпускница юрфака Полоцкого госуниверситета Илона Мандрик, если брать стаж работы, молодой специалист департамента охраны. В Новополоцком отделе трудится всего 2 года. В поле зрения милиционера роты милиции безопасность нефтехимического комплекса города. Участок ответственный, требующий полного вовлечения и отдачи. Задача – не допустить фактов хищения и несанкционированного проникновения на территорию Полимира и Нафтана. И с ней Илона Мандрик справляется на отлично. Работа непростая, требует концентрации внимания, большой ответственности. Борьба с преступностью – это всегда было тяжело. Но работа нравится. Всегда работа идем с настроением. Коллектив у нас просто замечательный. Мы все как одна большая семья. Друг друга поддерживаем, помогаем. Илона Мандрик гордится, что ведомственный конкурс прошел именно в Новополоцке, причем на самом высоком уровне. А еще благодарит всех, кто помогал и поддерживал. Список немалый, ведь это в том числе повлияло на то, что Илона стала вице-мисс. Звание приятное, обязывает соответствовать и расти дальше в жизни и в профессии. Что милиционер роты милиции делает? В ближайших планах подняться по карьерной лестнице, реализовать творческую мечту и в этом году вместе с супругом Вадимом отправиться на Даниила в 1-й класс. Илона уверена, что все получится реализовать, как это получилось в апреле на конкурсе «Мисс департамента охраны».